Всем привет! Это вторая часть обзора Jungle Aquapark by Neverland, а именно концепция услуг и, конечно же, сервиса. Напоминаю, чтобы вы подписывались на мой канал, ставили лайки, колокольчики и не пропускали видео, которые выйдут уже очень скоро. Надеюсь, вам понравится обзор, приятного просмотра! В предыдущей части я показала завтраки, обеды, анимацию, территорию и аквапарк. В этом видео я покажу спа, мини-клуб, бассейны, вечернюю шоу-программу и ужин. На территории отеля есть большая детская площадка. Также есть мини-клуб, который открыт для детей от 4 до 12 лет с 10 утра до 12:30 и с 14:30 до 17:00. Бар возле бассейна открыт с 10 утра до 17:00. Здесь есть безалкогольные напитки, такие как чай, вода, кофе, соки, безалкогольные коктейли. И алкогольные напитки, такие как водка, джин, виски, узу, текила, ром, бренди, пиво, вино, а также алкогольные коктейли. Здесь можно поиграть в бочу. Помимо акваэробики, днем можно сыграть водное поло. Ужин в ресторане Цум Кайсер начинается с 18:00 до 21:00. Фрукты. Разные десерты. Свежие овощи и зелень. Готовые салаты. Макароны. Жареная курица, картофель и говядина. Мясо на гриле. Овощной суп и рис. Котлеты. Жареная цветная капуста.
а здесь повар жарит рыбу. В отеле есть два больших теннисных корта, а также футбольное поле. Также есть небольшой базар, где вы можете приобрести плавательные принадлежности, уходовую косметику, духи, обувь, одежду, текстиль и сувениры. А вот так все подсвечивается вечером. Джаз-бар работает с 9 утра до 12 часов ночи. Здесь есть различные безалкогольные и алкогольные напитки. Также здесь вы можете посмотреть футбол. Меню с коктейлями. В отеле имеется спа-центр, который предлагает услуги по уходу за лицом, услуги по уходу за телом, массаж, сауна и хамам. Можно приобрести разные масла и кремы. Массажная комната. Сауна. Открытый бассейн.
есть бар, где готовят фреши и смузи. Также имеется тренажерный зал для гостей старше 16 лет. Парикмахерская. Есть даже специальный зал, где стригут деток. Еще в одном ресторане с 18:00 до 21:00. Сразу видим готовые салаты и свежие овощи. Луковый суп и жареная курица. Повар жарит рыбу на гриле. Овощи в соусе. Рис. Овощи и лазанья. Небольшой выбор десертов и фруктов. Помимо ресторанов, на террасе есть бар, который называется The Colonies. Он открыт с 9 утра до 12 часов ночи. В баре вы можете взять безалкогольные и алкогольные напитки. С безалкогольных напитков есть чай, вода, кофе, соки и безалкогольные коктейли. С алкогольных напитков есть водка, джин, виски, текила, ром, бренди, пиво, вино и алкогольные коктейли. На террасе также имеется небольшой бар, в котором вы можете взять безалкогольные и алкогольные напитки. Теперь переходим во второй ресторан. Суп том-ям.
фасоль в соусе, лапша и морепродукты, шашлык, рис, мясо и овощи. Повар готовит лепешки, рыба в соусе, готовит салат, свежие овощи. Из фруктов есть яблоки, бананы, апельсины, гуава и финики. Бар с напитками. Также в каждом баре есть пакетированные соки. Соки есть апельсиновый, яблочный и ананасовый. Бар, в котором готовят разную пасту. На террасе повар готовит пиццу. И последний ресторан, который открыт на ужин с 18:00 до 21:00. Сразу видим бар с напитками. Хлеб и булочки. Овощной суп. И грибной крем-суп. Паста, а также повар готовит курицу. Цветная капуста и картофельное пюре. Повар готовит брускетты. Овощи на пару. Свежие овощи, зелень и соусы. Разные фрукты. Сладости. И вот так выглядит ресторан. Рядом с рестораном продают сахарную вату и попкорн за $2. Но в лобби на третьем этаже есть бар, где вы можете взять сахарную вату и попкорн бесплатно. Также за дополнительную плату здесь есть маленькие машинки для деток. Можно заказать свой портрет или фотосессию. Бильярд. Еще один небольшой аттракцион для деток. Каждый вечер в 20:30 проводит мини-диско после вечернее шоу для деток.
19:00 до 22:00 деткам рисуют аквагрим. Бар «Колумбус» работает круглосуточно. Здесь есть различные напитки, как алкогольные, так и безалкогольные. С безалкогольных напитков есть вода, кофе, соки, чай, а также безалкогольные коктейли. И с алкогольных напитков есть водка, раки, джин, узу, пиво, вино и алкогольные коктейли. Небольшой выбор десертов. Вечером играет живая музыка. Еще один ресторан, который открыт на ужин с 18:00 до 21:00. Здесь можно увидеть курицу, соус, картошку фри, а также повар готовит пиццу. А на улице есть гриль, где готовят лепешки. Также в отеле есть диско-бар, который открыт с 22:00. В баре имеются безалкогольные напитки, такие как чай, вода, кофе, соки, и алкогольные напитки, такие как водка, раки, джин, узу, виски, бренди, текила, вино и пиво. А я благодарю вас за просмотр моего видео, надеюсь, вам понравился обзор, напишите, пожалуйста, в комментариях. Не забывайте подписываться на канал, оставлять лайки, комментарии, колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Еще раз спасибо за просмотр, пока-пока!